Всем привет, вы на канале Apollo Games, и мы продолжаем играть в Miscreated. Ну, в прошлой серии мы наконец-таки приехали в город, этот большой наверх карты. Так, давай доставай снова карту. Эй. Ну и получается, мы уже в том месте, которого не было. Потому что был этот Хейвард Валли, и, короче, выше него уже ничего не было. Этого порта, этого моста. Короче, так, а что это там за фиолетовый знак наверху, блин? Отсюда вообще посмотреть можно? Тут, кстати, еще корабль стоит. На него, интересно, можно как-нибудь заплыть? Так, где моя мачете там? Вот, сейчас на нас нападут. Ну, лодки, конечно же, здесь нет. Ее либо забрали, а если ее не трогали, то за 2 дня она просто тупо пропала. Это как бы неудивительно. Я хочу посмотреть, там прямо на краю он там. Какой-то знак стоит. Как будто там что-то есть. По знаку не понять. Что это именно? Так, контейнеры сразу посмотреть. Угу, тут темно. Ничего интересного. Это что? Это дротики транквилизаторные. Ну, я их брать не буду, потому что у нас транквилизатора нет. Ну, и я не хочу его, в принципе. Так, ладно. Охотничий нож нам тоже не понадобится, думаю. Так, и что там? А, ну там типа с корабля вот эти вот контейнеры, да, попадали? Машина какая-то стоит. Ну, короче, типа там есть лут. Тут есть свечи, но машину в этой серии, по крайней мере, мы уже точно собирать не будем. Не, ну если мы найдем что-нибудь крутое, типа какого-нибудь байка, ну, то есть мотоцикла, либо какой-нибудь нормальной машины, то мы там уже побегаем вокруг и соберем что-нибудь для нее. Вода, блин, как-то как будто лучше выглядит. Не знаю, с чем это связано. В прошлой серии я всю серию смотрел на воду, и она не так хорошо выглядела. Давай, иди сюда. Да, не кидайся ты. Так, что у него есть? Ничего, кроме камня. Конечно же, так, у нас 35 еды, получается. Нам поесть нужно чего-нибудь. И еще так, чтобы не отравиться. Ну-ка, давай инвентарь. Что у нас вообще есть? У нас есть персики, да? Собачья еда и ореховая паста. Ну, давай ореховую пасту съедим. Угу. С ней вроде все хорошо, давай ее всю съедим. 71%, да. Она по калориям вообще отлично восстанавливает. Смайт. Так, ну у нас 2 гриба есть, которые... А смысле 10%. Почему на них не показано, что они еще лечат от отравления? Или это другие? Или это простые грибы, а мне нужны светящиеся? Да, похоже, это так. Я съел в прошлый раз какие-то красные, они были светящимися. Ну, если что, нас не спасет. Так, у нас уже 10% радиации получается. Ладно, все, давай, пошли дальше. Можно тут еще посмотреть, что есть в этих контейнерах. Так, давай запрыгивай. А интересно, вот эти вот двери, они открываются, закрываются? Я вот хотел проверить, а то в прошлой серии мы заходили в кузов также. И он был типа открыт, а в позапрошлой серии я думал, что он был закрыт. Ну и я типа потом, когда уже пересматривал, решил, что вдруг их можно просто открывать. Но нет, вроде как нельзя. Ну, по крайней мере, эти точно. Так, колесо. Газ этот, ну его здесь нельзя взять. Почему вот в таких вот бочках нет топлива? Типа, канистры-то есть, в них набирать вроде как можно, а топлива нигде нет. Ну или хотя, может быть, это где-нибудь редкие какие-нибудь, типа, штуки. Во, можно с контейнеров попить. Так, в этом ничего нет. В этом тоже. И тут. Все пусто. Печально. Ну и колесо лежит. Так, ну, если что, мы будем знать, что здесь много всяких колес лежит, свечи, все дела. Если что-нибудь неподалеку найдем, то обязательно вернемся за этим всем. Так, аккумулятор, да. Ну, тут все для машин вот прям как надо. Еще, ну да, масло мы видели. Не видели только еще топливо и ремень. Давай сюда зайдем. Я в прошлой серии сказал то, что, наверное, эти склады и все вот это вот будет, ну, неинтересно лутать. Мне не хочется это делать, но я все-таки решил то, что надо посмотреть,
Что здесь вообще может быть? Воу. Давай, бери. Это броник? Ну, типа, не броник, а как она? Развесовка, блин. Не помню, как она точно называется. Ну, типа, в ней много карманов, правда, только 4 слота в ней. Так-то. Военная. Не помню, как точно называется. Что-то из головы вылетело. Так, там есть еще один фонарь. А этот лучше? Small Megalight. Это что-то другое. Давай посмотрим. Может быть, он лучше светит? Так, давай. Ну, включись. Да вроде так же. Типа, разницы как-то вроде нет, да? Хотя, мне вроде нравится больше вот этот фонарь. Он так больше белым светит. А тут больше желтым. Ну-ка, давай еще раз. Это очень важно. Да, вроде бы так и есть. Только у этого еще есть condition, то есть, ну, типа, состояние. А у этого нет, то есть он бесконечный. Так, 0,65, а этот сколько? 0,75, ну, он весит больше. Ну, хотя на чуть-чуть. Ой, прощай, фонарь. Я не хочу тебя таскать с собой просто так. Ну вот, тут уже какие-то интересные вещи есть. Я вообще не знал, что тут другие есть фонари. Так, это просто краска какая-то. Наверное, для базы, да? Вот пропан. Надо узнать, для чего это все еще. Так, ну тут масло. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Так, ничего не пропускаю. Да вроде нет. Ну, как-то стало пусто. То мы шли, один лут лежал. То вообще, о, бутылка воды. Давай, давай подеремся, иди сюда. Так, в смысле? У него еще какие-то двойные удары. Да, умри ты уже. 60% жизни. И у него тут очищающие таблетки, да? И еще один зомбарь бежит. Ну, черт, кровотечение. Ну, сейчас мы это быстро поправим. Где мои тряпки? Вот они. Все. И надо, наверное, еще где-нибудь тряпок нарвать. У него есть сода, но я даже не знаю. Она, скорее всего, у него какая-нибудь протухшая. Да? У нас есть чего еще нарвать? Тряпки? Нет. Ладно, если найдем какую-нибудь одежду, надо это обязательно не забыть сделать. Так, масло. Много зомбарей рычат. Это говорит о том, что здесь давно игроков не было. А это очень хорошо. Ну и поэтому мы, видимо, лут встречаем, а не просто бегаем по пустым местам. Давай! Давай, забирайся. Мы еще поверху не прошли. А наверху всегда самый смак. О, сварочная маска. Но она, скорее всего, весь обзор, да, закрывает нам. Опа, да. Мы примерно такую уже находили. Только она выглядела, моделька на земле, немножко не так, мне кажется. Или так. Вот сейчас, да. Вот сейчас так же выглядит. А когда на бочке стояла, то нет. Так, давай. Что там было? Мне показалось, там что-то есть. Нет. Это, скорее всего, с текстурой что-то не так. Так, подожди, а там? Там все пусто? Ну да. Ну ладно. И это непонятно что. Подожди. Давай уже поближе подойдем, гадать не будем. Так. Не упасть надо. Сапоги и хазмат. Это полностью хазмат, то есть от радиации. Вот такая вот вещь. А зачем мне тогда? А, ну да, оно еще действует как броник, да? Подожди, сними это вообще. Да, это как бы и броник. Торс 7,62, 40% блокирует. Хит протекшн, это, наверное, удар какой-нибудь, типа сабли или еще чем. От 308, короче, от всего такого 40%. А от 9-миллиметровых, то есть не спасает, что ли? Почему этого не написано? Не, ну блин, это прикольно, да. То есть неплохая защита, а у этой, ну тут радиация и тому подобное, там электричество. Даже не знаю.
Не, мы, наверное, в бронике будем ходить, если будет... Вот, точно, давай карту откроем. Пещеры. В пещерах же у нас, получается, радиация, да? Ну, рядом пещер, по крайней мере, нет. Рядом с нами. Но мы обязательно в какое-нибудь такое место сходим. Так, подожди, давай вот так вот посмотрим. Карта вообще неудобно как-то сделана. Почему я не могу ее полностью открыть и пощелкать, как мне нужно? Понятно, ладно. Давай, закрывай. Ну и, короче, там мы где-нибудь уже применим. Сколько он там весит? Надеюсь, немного. 5 килограмм, блин, многовато. Ну, по сути так, если мы ничего не таскаем для машины, то это не проблема. А тут можно по лестнице слезть. И отлично. Ага. Понятненько, ладно. Давай смотреть, куда дальше идти. Наверное, тоже какие-нибудь эти склады прочекаем, потому что, оказывается, здесь есть интересные вещи. Что-то еще. Тут что? Ничего. В машинах может быть что-нибудь? Тут нет. Тут тоже пусто. Ладно, тогда вон в тот гаражик надо сходить. Глянуть, что там. Алкоголь для бинтов. Ломик нет. Ломик мне не нужен. Ой. Это босс. Только он там встретился, получается, с обычным зомбарем. О-о-о. Чувствую, меня сейчас заметят. Меня здесь нет, ребят. Так. Вон еще один. Черт. О, а это похоже на... Это тачка? Это тачка, которую можно собрать. Да? Серьезно? Я нашел такую крутую тачку? Шикарно. Так, ну, конечно же, мы ее будем собирать. Можно сбегать обратно. Я не знаю, что сейчас с этими боссами делать. Вот еще в чем проблема. А тачка это хорошо. А плюс при том мы, наверное, по мосту объедем, чтобы по тем складам, да, походить. Он еще босс ходит. Ну ладно, я тогда сбегаю, принесу эти два колеса, свечи, масло, все дела. Вот черт, вот просто пошел обратно, и на меня там напали зомбари, потому что их там дофига стало. Я еще пытался, чтобы на меня босс не напал. Так, тихо. Там вот босс идет. Ай, ну класс, канистру нашли. Так, иди сюда. Ну и выпил воды, походу, которую мы нашли, или нет. Не знаю точно. Я отравился. И теперь нужно... Ай, много искать воды, еды. Ой. Самое главное, чтобы он... Черт, это хреново. Если он меня сейчас здесь зажмет, то мне хана. Надо притаиться. Но на всякий случай дробаш в руке. Так, можно, в принципе, топливо отнести, но я сейчас думаю, нам нужно очень много еды. И воды, потому что он сейчас начнет блевать и так далее и тому подобное. Излечиться я не знаю, как. Грибы эти мне не помогают. Да, потому что нужны светящиеся. Можно, конечно, попробовать пойти поискать, но... тут рядом ничего такого вроде нет. Хотя можно в горы сходить. Они обычно просто где-нибудь в лесу растут, и все. Так, ну давай. Хорошо. Что мы скинем, чтобы взять это? Вот так вот. Масло сможем взять, да. Хазмат. И аккумулятор мы не можем сейчас забрать. Так, тихо. Я чувствую, нам придется хотя бы с одним боссом в этой серии, но подраться. О, топливо! Офигеть! А почему я с тобой взаимодействовать не могу? Или я походу тупо его взорвать могу, да? То есть подвести, например, этого зомбаря и взорвать ее. Но делать я это не буду, потому что сейчас, пока он меня не заметил, я все-таки еще не хочу рисковать. Давай, open inventory, зальем сюда, сколько там, 15%, да, нормально. Так, выкидываем сразу это и масло. Вот оно. Хорошо. Забираем аккумулятор и хазмат еще забрать нужно.
Ну, колется, блин, если что, потом туда еще сходим. Так, давай. А, хазмат не влезет, да? Да. Плохо. Я просто не вижу еще большой потребности в этой машине сейчас. Конечно, ее можно в лесу хотя бы там на следующую серию где-нибудь оставить в любом случае. Или в этой серии мы куда-нибудь поедем, но... Ой, здесь мы еще можем нормально походить. Посмотреть все. Так, и где мой хазмат? Вот он. Давай. Какой ламбер? Не нужен мне ламбер. Заберите свои доски обратно. Так. Так, тут у нас что? Еду. Еду мне, пожалуйста. А, нет, это все-таки не текстура была. Это обойма. О, понятно. Она вот так вот выглядит. Но у меня нет пистолетов для нее. Мыши бегают. Тут ничего. Так, а, ну и третий. В третьем-то я ничего не посмотрел. Начинается. Да, облюй, конечно, эти ящики. О, колесо. Эти коробки картонные. Так. Там костер горит. Давай. Колесо поставим. Вот так. И все. Пока что нам больше нечего сюда добавить. Пошли уже в ангар. Ай, в дробаше всего лишь два патрона. Если бы было бы побольше, то я бы не переживал вообще по части босса. Что, думаю, дробь неплохо снимает. А, кстати, это вообще дробь? Фиг знает. Есть же тут пули... Ну, есть пули, а есть дробь на дробаш. Вроде как пули это зеленые, а... Так, это мне не надо. А красные это дробь. Моток какой-то. Что это? Пропан. Ладно, неважно. Ну, я ожидал тут большего. Тут вообще нифига нет. Свечи есть. Так, он сюда идет. Колесо хватай. Серьезно? Давай есть тогда. Воу-воу. Только не вырубись. У нас 85% сна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, воу, какие-то подергивания. Все спадает. Это хорошо. Не, ну по сути, до того берега я могу вон там доплыть. Там подняться и все, никаких проблем. Так, я сейчас не шифтую, потому что, может быть, босс на меня так сагрится. Фух. Ну, блин, плохо, что ремня нет. Сейчас бы уже поехали, да? А, ну да. Да-да-да. Все правильно. Так. Еще два колеса. Так, давай поедим. А почему эффект такой вот, типа со сном, вообще появляется? Блин, и подергивания какие-то появляются. Типа, я же просто ем. А, ну да, может быть от еды сон и клонит, но не настолько же, что прям вырубиться после того, как ты нормально поел. Как шел, так и вырубился. Так, водичка. Все пусто. Почему так? Ну ладно. Так. Ну где ремень, блин? Два колеса еще в той стороне-то есть. Но ремня там нет. Тут вообще пусто. Тихо. Давай сюда глянем. Коробки, коробки, и все пусто. Трэш, трэш. Даже в этих картонных коробках нет ничего. Тут закрыто. Тихо. Да бей ты его, а. Все. И нужно бинт принять. Так. Водичка, но с ней нужно осторожно. Хотя сейчас там ничего. Я уже отравился. И вот пока я ходил, тут уже везде лут обновился. То есть вот опять броник лежит. Ну-ка посмотрим, у нас хороший он вообще. Ну, что-то не очень. Давай его скинем, этот посмотрим. У этого 53%. А у этого... Так.
По цвету они, да, немножко разные. А у этого 48. Не, ну, конечно же, лучше этот. Он еще позеленее. Этот посерее такой. Ну и везде, где я видел колеса, их теперь больше там нет. Везде за место колес топливо. То есть у меня уже третья канистра топлива, которую я вот сейчас нашел. Так, тут у нас что? Ничего. Наверх? Нет. Не смогу здесь забраться, да нет. Навряд ли. Ну и, короче, все колеса куда-то делись. А, перчатки мне не нужны. Так, тихо. Блин, ну вот ремень, дайте мне ремень, и все, я могу уехать отсюда. Нет, они мне дают кучу топлива, кучу масла и кучу аккумуляторов. Ну, можно, конечно, еще раз наверху поглядеть, что да как. Может быть, тут что-то есть. Вот, да, тут тоже обновилось. Ну, тут милитари кепка. О, а вот это уже лучше. Так, ну, сейчас мы его взять не сможем. Хотя, куда мне столько топлива? А, давай, прощай. Забираем его. Пистолет важнее. Давай его просто сразу перезарядим. Кстати, у нас там мачете уже скоро почти сломается, да? Так, и у него 45-ки, да? Получается, вот это вот разряжаем. Сюда заряжаем и... В смысле, это не то. Тогда вот сюда заряжаем. Ладно, это можно скинуть. Ой, точка 22, я их даже, наверное, хранить не буду. Ага. Это у нас... Какие? Точка 22. А, ну вот, да. Ну это, блин, это пневмат. Проще вот говоря, вот, блин, по урону примерно пневмат. Хотя давай возьмем, посмотрим, сколько он урона наносит, да? Ой, а как же тебе взять-то еще? А, ну у нас хватает веса, точно. Что? Не хватает. А, ну, нам придется избавиться от дробовика пока что. Пусть он здесь полежит. Не, ну блин, 8 патрон получается у нас на него есть. Если у него нормально, ну 36 дамаг. У пистолета 48, как бы. Я говорю, очень сильно проигрывает. А у дробовика? Как бы, может быть, эта пушка может взять количество. Ой, она вниз куда-то упала. Количеством патронов тупо. Ну, 85. Не, я не хочу просто даже это пробовать. Хотя хочется. Но я думаю, что если мы найдем... Вот еще точка 22. МК-3. А, но он тут даже без патрон. Ой, ну даже если так, в смысле, мы дробь если найдем, то будет очень обидно, что мы скинули дробовик. Еще один пистолет. Пистолеты там, наверное, вообще 20 урона. Так, тут ничего. Как-то очень быстро обновляется лут. Вот, блин, мы только что здесь были. А тут ничего нет. Ну, как бы добраться-то понятно, туда нельзя. Ладно. Опять репайр кит какой-то. А это что? Это топор. Кстати. Ай, нет, ладно. О, ремень нашли. Все, мы можем отсюда просто удрать. Блин, вот только что его здесь не было, и опять же он тут появился. Так, ладно, мне тут потаскать нужно, потому что я тут поскидывал еще... Так, вес мне позволяет. Давай возьмем. Я тут поскидывал еще топливо. Оно пропало, что ли? А, нет, вот оно. Так, давай. 1 килограмм. Да ты шутишь. Ну ладно, мачете ты пока здесь. Хотя нет. Мачете я здесь оставлять не буду. От пистолета тоже толку так не будет. Давай тогда вот так делать. Так, это могу забрать еще. И мачете тоже. А, это он на меня сейчас нападут? Я даже ничего сделать не смогу. Правда, мачете тоже нужно на что-нибудь поменять. Ладно. Вот черт, на меня сагрилось сразу 2 босса. А, если они быстрее меня бегают, мне хана. Давай как-то мансить. А, не знаю, как это получилось. Я вроде спокойно шел, как всегда. Ну, у нас единственный выбор, это нырнуть просто. Спокойно шел-шел, и тут просто на меня сагрился босс и еще 2 зомбаря. А потом уже, когда бежал, еще одного сагрил. Так, тихо, вы за мной же не побежите, да. Стоит на краю. Ну, блин, плохо. Я ничего не отнес, да?
класс. А мне возвращаться, это получается вон там, где мы поднимались, с другой стороны, да? Или тут я поднимусь тоже? А, хотя вроде как должен, да? Блин, еще туман, плюс у меня еще все размывается. Ой, у нас опять все плохо по идее воде. Когда там это отравление уже пройдет? Сколько можно? Ты что там делаешь? Еще я подумал, то, что можно попробовать взять все эти точка 22. Да вы шутите. И взять винтовку, наверное, потому что она мощнее пистолета. И попробовать все-таки босса завалить тупо этими патронами. Ну, не хватит, так другие патроны будем использовать. В чем проблема? Ладно, пойду побегаю, попытаюсь как-то вернуться туда спокойно. Потом уже посмотрим. Один босс от меня вообще никак не отстает. Он меня как будто видит уже, ну, неважно где я, он все равно за мной бежит. Потому что, ну, это вот этот вот, который ждал меня-то на краю. Че, все? Оторвался все-таки? Я надеюсь, да. Теперь нужно... как-то вернуться до машины, чтобы скинуть это все, плюс еще дробовик положить, чтобы я смог взять нашу пушку вот эту вот на 22-м калибре. Так, давай потихонечку, полегонечку. Сейчас как-нибудь доберемся до машины, а потом нужно уезжать. У меня еда вся кончилась. Это очень плохо, но проверить я хочу. Все, забрал я эту пушку и 15 патрон к ней, получается, нашел. Но он начал... получается, чаще блевать. Он уже пару раз еще блеванул. И все очень плохо. 22% еды. Ой, вы меня не видите. Вы меня не видите. Да? Да. Все отлично. А, по воде-то у нас вроде еще что-то есть. Ну да. А по еде я чуть ничего не вижу. Ну да, вроде все кончилось. Еще нож взял, чтобы заменить наш мачете. Типа, а что делать? Так, ремень. Ну, у нас только два колеса. У нас выбора нет. Так, это все сюда. Тут у нас будет дробаш лежать. И надо куда-то ехать. Причем не вот в эти склады, потому что здесь еды вообще нет. Так, давай. Как мне на первое сиденье-то? Эй! Что-то ничего не работает. Ладно, давай пересядем тогда с этой стороны. Угу. Заводись. Все отлично. Задний ход, самое главное, не в реку. И вон там выезд. Ой, это я накидал то, что этих канистр. Ну, резвая тачка, что сказать. А от третьего лица я могу сделать вид? Нет? Ладно. Ай, так, нам нужно немножко остановиться и посмотреть на карту. Угу. Там у нас городок есть. Заправка, все дела. Ну, поехали в город, который тут подальше. Сюда можно будет вернуться. Блин, здесь классный лут. Между прочим, ну, много чего такого интересного нового увидел. А, тачка вроде была резвая, ну, а сейчас она какая-то медленная. То есть ускорение у нее нормальное, как бы. А скорость максимальная никакая. Спидометра здесь, конечно же, нет. Окно я могу опустить, а то мне немножко не очень как-то, то, что я вокруг себя ничего не слышу. О, томаты! Офигеть, еще и свежие, да? К концу. Ну, хотя бы немного. Сколько там, 2% еды она восстановила. Но это лучше, чем ничего явно. Ай, можно здесь полазить, конечно, в поисках грибов. Но я уже в одной стороне сбегал. Походил, посмотрел. О, нифига себе, там мост. А, он сломанный. А, типа задел на следующую карту, на следующую локацию, вон там. Или просто так сделано. Так вот, я походил и нигде не нашел этих грибов. Это озеро или так с машины кажется? Вроде как озеро. Так, где дорога в город-то? Через озеро я, наверное, не проеду. Там, наверное, глубже, чем кажется. Давай посмотрим. Просто проверим. А, ну тут болото. Можно спокойно проехать, я думаю. Так. Фиолетовый рейндж-ровер какой-то у нас. Что-то типа того. Давай,
Поехали. Серьезно? Серьезно? Давай заднюю сдавай, пока можем сдать. Все, выезжай отсюда. По воде, короче, мы не можем ездить. Это плохая идея. Блин, графоний еще вот прям так просел сейчас, потому что у нас это гребаное отравление. Вот сейчас бы ехали, видами бы наслаждались из окна. А так это ужас какой-то. Просто все размывчатое какое-то. Некоторое пиксельное. Все, тут я могу уже повернуть. Вот дорога. Да, давай. А там у нас что? А, это камни просто какие-то. Ладно, по домикам нужно походить. И пособирать, наверное, лут. Нет, не сюда. Стой. В той стороне больше домов. У нас времени нет, чтобы сначала пойти тут облутать, потом идти так далеко до этих. Так, давай. Самое главное, чтобы тачку еще не своровали, поэтому мы ее где-нибудь вот здесь вот спрячем. Так. Давай, глуши. Да остановись ты. Все, где машина? Ну, это лучше, чем ничего, как бы, да? Сдалека же не видно, вот так вот, если смотреть. Да, черт, видно. Оказывается, нужно немножко вперед проехать. Так. Хотя, давай, наверное, сейчас... Серию-то нужно уже заканчивать, времени много. Давай немножко отъедем туда, в лесок, чтобы машину-то спрятать. Ой, куда-то я провалился, какая-то кочка, да? Так, машину где же спрятать? Ну, здесь явно не надо, здесь, наверное, все будут пробегать. В следующей серии уже будем искать все, куда-нибудь еще поедем. Все дела. Надеюсь, тачку не своруют. Так, забор. Ага, вот тут вот он кончается. Давай в лесок. Ну, то есть тут все пробегают через эти деревья. А вот в лесу меньше шансов, тем более, о, такой густой, вообще нормально. Так, 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 так. Мне бы сейчас другим заниматься, правда. Искать бы. Так. Дай-ка я лучше выйду сначала. Не укатывайся никуда и посмотрю вообще, куда можно спрятать. Заднюю сдаем. Получается как-то вот. Нет! Тихо, мы прокатились слишком далеко. Надо на ручной тормоз поставить сначала. Так, давай. Вот так вот где-то. Эй! Ты чё? Я ее заглушил, она куда-то сразу покатилась. Так, тихо. Ну? О-о-о. Что с тобой не так? На пробел нажимаешь, и как бы она нормально становится. Вот, все. Угу. Ну, такое. Такое себе вообще. Ладно, если вот ревзя, например, будет бежать где-нибудь здесь. Да, ее вообще отлично видно. Ой. Как же это все сложно. Ну, тогда давай немножко не так. Тихо, тихо, не укатывайся. Вот так вот поставим. Да куда ты там врезаешься? Не, это фигня какая-то. Ладно, я тут поищу место уже сам. Попытаюсь сделать это побыстрее. Ну, а вы подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.